Доброго вам времени суток, уважаемые видеозрители! Хочу вам рассказать о том, как британские ученые недавно открыли ген счастья. Британских ученых заинтересовало, почему женщины испытывают такой эмоциональный подъем при шопинге. И они провели исследование, пытаясь выяснить, что же там такое у женщин в голове и геноме, что они от скучной процедуры бегания по магазинам получают кайф, а значит и счастье. Собрали они группу женщин и провели широкомасштабный эксперимент, на который убили почти все доступные им средства с выделенного на исследование миллионного гранта – аж $100. Женщин снабдили поровну разделенными зелеными бумажками и попросили, ну, ни в чем себе на эти деньжищи не отказывать. И принялись отмечать все изменения в настроении женщин, тратящих некровно заработанные денежки. По окончанию фейерверка покупок подопытных женщин затащили в лаборатории и быстренько исследовали. И выяснилось, что у женщин таки есть отдельный ген, который не сидит в общей генной цепочке, а болтается недалеко от глаз. И вот он-то как раз и отвечает за покупки и незапередаваемое счастье, которое испытывает женская особь человечества, купившая себе очередную шмотку или бриллиантик. А у мужчин такого гена нет. Поэтому, покупая роскошные автомобили, дома и прочие мелочи, мужчины не испытывают счастья, а проникаются легким чувством самоудовлетворения. Увы, не дано мужчинам понять всю прелесть шопинга. А на этом у меня на сегодня все. Желаю вам всем получить много счастья, и неважно, каким геном оно к вам будет направлено. Всем пока!